Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о своей третьей посылочке из магазина «Мыло Опт». Заказываю в этом магазине постоянно. И очень все нравится мне и цена, и продукция. Но первое, что я вам покажу, это люфа. Натуральная мочалка, которая используется для мыла. То есть заливается в серединку и разрезается, сколько вам надо кусочков, на тоненькие кусочки, например, как это, и распаривается горячей водой, она стает круглая, потом придаете ей форму, какую надо, заливаете мыльной основой. Вот взяла формочку массажная, мыло будет такое. Потом форма соты. Для такой формы я взяла мыльную основу Honey Soap Base, английская основа, медовая. Вот такая она цветом. Сейчас желтая, красивая. Так, ну накладная. Само собой. Потом идет 500 грамм Crystal SS, основа для шампуня английская. Штампик для мыла, ручная работа. Когда уже мыло залилось в формочку, положить этот штампик и немножко вдавить его туда. Потом получается вот такая интересная ручка, на которой будет написано «Ручная работа». И когда мыло застынет, ее аккуратненько вытянуть, этот штампик, ручку эту. Дальше вот такие у меня дозаторы пипетки. Нитки, как сделанные из мешковины, для мыла, чтобы можно было его подвешивать, для мыла-мочалки. Опять заказала визитки, 10 штук, и осталось тут отдушка мед, потом изопропиловый спирт для духов, можно добавлять парфюмные отдушки в спирт и делать духи. Дальше основа, бальзам для губ, 10 грамм. И сухой перламутр, белое серебро. Всем рекомендую магазин «Мыло Опт» за хороший сервис и отличные цены и ассортимент. Всем спасибо. Всем пока.